Внимание, внимание! Разыскиваются кладовщики, обработчики птицы, водители, продавцы, кассиры, слесари и электромонтеры. Одно из самых крупных предприятий республики Юрма готово принять на работу более 300 специалистов. Сегодня руководители предприятия встретились со своими потенциальными сотрудниками в Центре занятости населения города Чебоксары в рамках ярмарки вакансий. Мы начали строить новый завод по глубокой переработке. И у нас возникают новые рабочие места. Персоналу мы предлагаем расширенный социальный пакет. В него включается это компенсация питания, доставка до места работы. Уровень зарплаты на предприятии у нас выше среднего по республике. При сравнении с остальными предприятиями разница составляет до 30%. Почти 70 человек приняли участие в ярмарке вакансий сегодня. Многие заполнили анкеты, тут же прошли собеседование. Нормальный график работы, 2 через 2, там они, по-моему, с 8 до 8, что ли, работают. Ну, удобный график, нормальные зарплаты. Вот сейчас вот мне дали анкету, и заполним, позвонят, приеду, пообщаюсь, ну и вперед. И вот хочу поехать туда посмотреть, пообщаться с людьми. Если мне понравится, там останусь. Все-таки перед пенсионный возраст, 59 лет, еще до пенсии далековато. Но если понравится, я там так и останусь. Специалист, я вроде неплохой. И думаю там остаться. Вообще, подобные ярмарки вакансий в столичном центре занятости населения проходят регулярно. Это отличная возможность работодателю напрямую встретиться со своими будущими сотрудниками. Эффективность от таких встреч трудно переоценить, ведь принимать участие в таких ярмарках могут все желающие, независимо от того, состоят они на учете в качестве безработного или нет. В этом году мы провели уже 18 ярмарок вакансий. В них приняли участие 51 работодатель. Ими были представлены более 1000 вакансий. Посетили ярмарку 1287 человек. И уже из них нашли работу более 300 человек. Ближайшую ярмарку мы планируем на следующей неделе, 2 октября. Это будет вторник, в 10 часов начало ярмарки. Приглашаем всех желающих посетить нашу ярмарку. В качестве работодателя крупнейшее предприятие «Аконт».